эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Тема сегодняшней программы – дети и смерть. И говорить мы будем о том, как формируется отношение к смерти у детей и подростков, какую роль здесь играет сексуальное воспитание и что следует делать родителям. Однако, прежде чем мы начнем об этом говорить, я хотела бы выделить те политические примеси, которые так активно разжигают в обществе панику. Трудно сказать, специально или по собственной инициативе, но некоторые эксперты нашли в так называемых группах смерти в интернете идеологический заговор, который должен ослабить будущее России. Идея, надо сказать, не новая. Еще в 2015 году Владимир Путин говорил, что иностранные фонды и сетевые организации просто шарят по школам Российской Федерации много лет. Поэтому для начала мы, наверное, выясним, как работает зловещая сеть. И в московской студии психотерапевт научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой Илья Смирнов и старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства государственной службы Александра Архипова. Александра входит в группу в исследовательский мониторинг актуального фольклора, который где-то вот с мая, так понимаю, 2016 года изучала изнутри 20 групп смерти. Но сначала мы посмотрим такую общую ситуацию, связанную с суицидами, попытками и удачными, к сожалению, подростков, и чтобы понимать, да, как это вписывается вот в общий контекст. По количеству детских суицидов Россия занимает первое место в мире. По данным вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в прошлом году 720 подростков совершили самоубийство. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщает, что этот показатель резко вырос почти на 60%. Она связывает это с лавинообразным распространением групп смерти в соцсетях. Причем уходят из жизни, как правило, обычные дети из нормальных семей. Специалисты отмечают также, что школьники начинают задумываться о суициде в очень раннем возрасте. Примерно с 8 лет. По словам Анны Кузнецовой, с 2011 по 2015 год количество детских суицидов ежегодно сокращалось на 10%. Однако в 2016 году Россия по этим показателям откатилась на 5 лет назад. Прощайте. Вот так вот. Ну вот главным образом такой интерес к тому, почему дети действительно думают о том, как им умереть и зачем, собственно говоря, вот история, связанная с интернетом. Да? Есть такие версии, что это такое нейролингвистическое программирование. Да? Вот, Саша, смотрела ваша группа изнутри, как это все происходит, долго смотрела. Вот скажите, что там на самом деле? Ну, история довольно простая. Надо сказать, давать в этом отчет, что на самом деле все подобные группы и вообще игры с расшифровкой некоторых заданий, с шифрами, когда дают задание что-то сделать или расшифровать, были задолго до прошлого года, и возникают они, ну, как с появлением интернета. Это совершенно нормальная история, такое движение называется нетсталкинг, когда мы ищем некоторые скрытые символы в интернете, решаем некоторые загадки, некоторые шифры. Именно об увлечении подростков шифрами говорила автор статьи в «Новой газете», резонансной статьи, после которого началась паника по поводу групп смерти. А с другой стороны, в подростковой, младшей подростковой культуре, самое главное для подростка в это время — утвердить свой статус среди своих себеподобных, а вовсе не в глазах родителей. И школьники, естественно, будут играть в опасные игры. Ну кто, вот давай так на секундочку вспомним свое детство, кто в нашем детстве не попадал в такую ситуацию, когда кто-нибудь харизматичный говорит в группе: «А пойдемте ночью на стройку гулять по мостикам». Кто не пошел, тот слабак. А давайте прыгать на крыши вагонов с насыпи. Так прыгала моя мать в 11 лет. Кто не делает, тот слабак. А давайте залезем на водонапорную башню ночью. Это мой личный опыт. Это игры на испытание себя и других, на приобретение саспенса, ужаса, и на испытание его.
И они были задолго до того, как началась эта история с группами смерти. То есть вы хотите сказать, что эти группы — это подобие вот этого буквально физического опасного какого-то движения, который, ну, вот в жизни был вот таким, да, вот в прежней жизни. Просто теперь это ушло в интернет. И это не связано вот с какими-то специальными технологиями, которые вот именно этим занимаются, внушают детям и так далее. Да. Ровно это я и пытаюсь сказать. А дальше что происходит? Дальше действительно есть множество групп, которые там F-57, F-58, «Мертвые души», «Синий кит» и, ну, и тому подобное. Мы под псевдонимом туда внедрили одного из наших коллег, который наблюдал за жизнью этих групп. Что там происходит? Там тут находится множество школьников, которые обсуждают свою жизнь, так как она им интересна. Некоторые из них действительно обсуждали суицидальные мысли, это действительно было. Но через месяц они же в коллективном чате обсудили, что никто как бы из них ничего не совершил. При этом после, как правило, такое как бы общение в интернете на интересные темы. После того, как была опубликована резонансная статья в мае 2016 года, постепенно, напомним, что в статье говорилось о некоторых злоумышленниках, которые специально убивают наших детей, давая специальные задания. Начали появляться массово люди, которые в этих как бы группах, в коллективных чатах и в индивидуальных представлялись кураторами и предлагали дать задания. Здравствуй, твой куратор, твое первое задание сделать то-то и то-то. Они пугали, это правда. То есть это такая страшилка, которая родила страшилку? Ну, в некотором можно так сказать. Они реально пугали, давали задания нашему внедренному агенту. Соответственно, например, там предлагалось нарисовать на руке синего кита, и куратор говорил, если ты этого не сделаешь, мы найдем тебя по IP и убьем. Ну, ближайшее расследование показало, что эта угроза исходила от странички девочки 11 лет из московской школы. Ее аккаунт был наполнен фотографиями, рисунками. Даже это фальшивый аккаунт, он как бы выглядит довольно правдоподобно, но странно, ну, сложно себе представить, что догадочный, таинственный куратор будет скрываться под, изображать о себе очень хорошо 12-летнюю девочку, 11-летнюю. И таких случаев много. Многие при переписке кураторы признавали, что они это делают, чтобы произвести впечатление на свою девушку, там, испугать одноклассников и так далее. При этом в этих группах смерти было огромное количество школьников, которые искали этих самых кураторов, чтобы получить от них неведомые задания. И это такое, да, может быть, действительно тяготение к страшному. Хочу спросить Илью Смирнову, к вам попадают вот реальные дети, да, которые, ну, не знаю, совершали попытку суицида, да, наверное. Вот среди них были такие, которые, вот, собственно говоря, побывали в этих группах. По крайней мере, вот если мы говорим о детей, которые обращаются к нам именно с проблемами суицидального поведения, то совершенно четко можно проследить корреляцию, когда рост интереса и участия в этих группах зависит от общего интереса к этим группам. Такие всплески мы наблюдали в период, когда появилась статья в «Новой газете». Такой всплеск мы наблюдаем вот по нашей статистике участия в интернет-группах, выявления этих групп, активности детей в этих группах вот сейчас, когда пошла новая волна, которая, собственно, наверное, еще пуще той, которая была в мае. Да. Слушайте, я правильно понимаю, собственно говоря, вот это вот общественное публичное обсуждение, оно спровоцировало новую волну, и это, в общем, наверное, это самое страшное вот в том, что происходит. Ну, видимо, по той статистике, которую мы наблюдаем, это действительно так, и, в общем-то, это не противоречит давно установленным правилам. Даже, но это что... уже игра или это взаправду? Вот я вас по-детски спрошу. Мы следим за медийной, как бы, следим за медийной представленностью этой истории. После заявления Яровой о том, что вот надо понизить возраст уголовной ответственности за доведение до самоубийства, и выступление Кадырова по этому поводу, Бастрыкина, каждые несколько дней появляется 800 публикаций по поводу групп смерти, а раньше было меньше сотни. И надо еще учитывать, есть такие модные видеоблогеры, на которые подписаны школьники, невероятно популярны, миллионы просмотров, которые пересказывают все эти новости о группах смерти для школьников, переводя это в простой, понятный язык. И эти видеоблогеры страшно популярны, школьники смотрят их, и, значит, видеоблогер пересказал Яровую и сделал сюжет о группах смерти в очень такой понятной детской оболочке, и всплеск, и происходит немеренный всплеск увлечения группами смерти. Чем выше медийная активность, тем выше школьники этим увлекаются.
А отвечая на ваш вопрос, как бы прямой зависимости нету. Отвечая на второй вопрос о том, как на самом деле, есть ли реальная опасность. Опасность в человеке. Да, к вам, Оля, тогда этот вопрос переадресую, потому что действительно подростки, ну вот есть такое понятие, да, пограничное состояние, когда человек вот находится в каком-то таком, действительно, в такой полосе, да, когда можно вывалиться из этой жизни, но подростки, у них вообще жизнь очень сложная, мне кажется, они вообще как-то вот так вот в силу своей физиологии находятся в этой пограничной полосе, наверное, вот скажите, действительно так просто взять и плохое настроение, разочарование или что-то перевернуть и подтолкнуть вот к какому-то краю? Ну, вы знаете, вопрос, конечно, депрессии и суицидов – это вполне реальный вопрос. Конечно, к сожалению, мы должны констатировать тот факт, что отмечается и рост заболеваемости аффективными расстройствами у подростков, и не только у подростков, но и у взрослых людей. То, что отмечается рост числа суицидов – это правда. И на самом деле, наверное, как наша жизнь в цивилизованном обществе, это можно назвать отчасти пограничным состоянием, потому что очень много вызовов для нашей психики, а уж тем более для подростковой психики, которая изначально сама по себе достаточно неустойчива. Есть очень много черт в подростковой психике, предрасполагающих к развитию вот эмоциональных реакций, эмоционально неустойчивых реакций. Может быть, при одновременном стечении внешних неблагоприятных обстоятельств подросток может подойти к этому решению, такому решению, как суицид. Причем, что самое интересное, что здесь нужно учитывать, что само отношение к смерти у подростка, оно разнится очень сильно с отношением взрослого человека. Если для взрослого человека, прожившего жизнь, имеющего опыт, привязанности в этой жизни, это трагический финал, то для подростка это часто не финал, не конец, а некое начало. Некое начало интересного пути. И, может быть, вот в этом плане как раз может быть негативное влияние тех же субкультур, в частности, групп смерти, что предлагается такой путь именно не просто ухода из жизни, а романтизация этого пути. И для многих подростков восприятие вот этой ситуации суицида, не случайно здесь даже вот чаще употребляется термин парасуицид, не сколько суицид, это не сколько убить себя, сколько решить некоторую проблему. Почему здесь большой удельный вес в подростковом возрасте так называемых шантажно-демонстративных суицидов, когда изначально не задумывают подростки именно совершить вот поступок фатальный, убить себя, а каким-то образом вот этими действиями, подчас опасными, подчас совершающимися под сильным аффектом и не вполне контролируемыми, в чем-то убедить окружение свое, воздействовать на близких, на родных, на учителей и так далее. Мне кажется, что вот очень показательная история, как раз та, которая случилась в селе Струги Красные. Да, вот мы можем посмотреть, я напомню небольшой репортаж, Ренат Давлетгилдиев это снимал в настоящее время. И вот мне кажется, это очень хорошо иллюстрирует как раз то, что сказал Илья. Всем большое спасибо за поддержку, за время, проведенное с вами. На самом деле было хорошо. Будем скучать безумно. Через 30 минут все напишут, что Денис Муравьев и Катя Власова покончили с собой. Вконтакте появится десяток групп под названием «Псковские Бонни и Клайд». Подросткам посвятят песни, назовут новыми партизанами и борцами с полицейской машиной. Псковский губернатор Андрей Турчак на закрытом совещании предложит проверять соцсети всех школьников, а сенатора Елена Мизулина запретить компьютерные стрелялки. За прошедшие дни не появится ответ лишь на один вопрос – почему погибли дети и правда ли нельзя было их спасти? 24-я школа Пскова. Денис – ученик 9-го Б, Катя – из параллельного. 3 дня спустя после трагедии в школе запрещено даже произносить имена подростков вслух. Женщина-вахтер, по совместительству охранник, не пускает журналистов на порог. Директор не берет трубку, классные руководители отключили мобильные телефоны. 9-классникам разрешено пока на занятия не ходить. И только надпись перед входом внезапно отсылает к случившемуся. Ведется постоянное видеонаблюдение. Что говорить-то? В общем, люди, последние минуты жизни. Вам надо творить охуеть. Только у этого видео в инстаграме Дениса Муравьева сейчас почти 1,5 миллиона просмотров. У аккаунта мертвых детей сотни тысяч новых подписчиков. А ведь во время своего прямого эфира в Перископе ребята жаловались, почему вас здесь так мало, всего 2 зрителя. Сейчас зрителей у их смерти вся страна. Трансляцию удаляют, но она становится лишь вожделение. А самый популярный вопрос под каждым роликом с Денисом и Катей – где найти кадры того, как их убили?
Струги Красные – поселок в 80 километрах от Пскова. Все друг друга знают, но Катю и Дениса видели лишь пару раз. В Стругах ребята появлялись нечасто. За 3 дня до случившегося сбежали из дома, заперлись на даче, принадлежащей Катиному отчиму, и провели там 3 счастливых дня. Даже перекрасились друг в друга. Блондинка Катя стала брюнеткой, Денис – наоборот. В понедельник подростков по наводке родителей нашли полицейские, а дети нашли на даче склад с оружием, оставшийся от деда-охотника. Вы никого не убили, кроме собак? Нет никого. Никого пока что. Может быть, я попал в ментов, я не знаю. Просто вижу, они со мной по телефону базарят. Я вижу ментов, просто бах-бах в них. Такая вот история, Илья, к вам вопрос. Ну, смотрите, это вот ощущение, что это случайность, да, что не было идеи как-то покончить с собой. И вот это просто такая как бы игра, которая закончилась просто трагедией такой драмы. Ну, вы знаете, когда я все-таки, когда я говорил о пару суицидах, немножко говорил о другом. Здесь, конечно, мы наблюдаем игру, совершенно четко продуманную, я думаю, совершенно четко направленную на привлечение внимания аудитории. Но бывают ситуации, когда мы действительно сталкиваемся с реализацией опасных действий, когда нет такого четкого расчета, и подростки, вот, чтобы быть убедительными, действительно совершают опасные для себя, для жизни и здоровья действия, подчас вот наобум действуя. И в связи с этим, если вот там те же демонстративные суициды все-таки у взрослых, они, как правило, представляют собой некую имитацию суицидальных действий. Подростки, чтобы быть убедительными, как они часто вот заявляют, действительно принимают высокие дозы препаратов. Но им приходится, потому что их редко принимают всерьез, да, то есть, ну, как к ним относятся все равно как к детям, и их пытаются контролировать, и чтобы быть убедительными до конца, им приходится идти до конца. Может быть? Возможно быть убедительными, возможно, опять же, вот здесь можно опять же отослать к источнику прекрасной лекции Елены Моисеевны Врона, это наш корифей детской суицидологии, который говорит именно, с одной стороны, о самоуверенности подростков, что свойственно подросткам, в другом случае об их некомпетентности, вот эта уверенность, что я все знаю. И в частности, вот, ну, по большей части, больший процент пар суицидов и суицидальных попыток – это попытки самоотравления, как раз выбираются, как по мнению подростков, неопасные способы. Неопасные. Причем, по мнению, как делаются эти выводы о неопасности тех или иных средств? Ну, моя бабушка принимает эти желтенькие таблетки, они же вкусные, вроде даже на вкус, как они могут быть опасны. Хотя этот препарат, который принимает бабушка от головной боли, оказывается, что ни на есть, даже очень токсическим. И вот очень часто свое планирование такого вот, своих действий строится не на каком-то четком продумывании, вот, создании ситуации, имитирующей суицид, а именно вот действий таких наобум, рисковых действий, который приводит подчас к фатальным результатам. Вопрос к Саше Архиповой. Скажите, вы смотрели, есть какие-то, может быть, моменты поддержки друг друга, да, вот в этих группах? Может быть, ребята приходят туда с проблемой, или это все-таки в большей степени игра во что-то такое страшное? Поиск группы, не знаю, не единомышленников, а пострадавших, может быть, от жизни, от родителей? Смотрите, да, во-первых, да, действительно, в эти группы подростки приходят, ну, и обсуждают, как бы, потому что их обидели родители, сплошь и рядом. Как раз там площадка, где-то можно обсудить. Да, может быть, психотерапевтическое такое. Существует сейчас гораздо больше, чем группы смерти, существует, весь контакт ими завален, антигруппы смерти. Они называются дельфины, оленята, котята. И это сами подростки, да, делают, или это, да, как-то инициировано? Да, неужели? Да, и есть два движения. Одно движение занимается, как бы у них идеология антикит. Они внедряются в эти группы смерти и приходят, говорят, я твой добрый куратор, буду давать добрые задания, вы песок, улыбнись и пришли мне фотографию. И всячески отговаривают всех, кого они считают потенциальными жертвами кураторов, от совершения каких-либо заданий методом давания добрых заданий. И это движение сейчас невероятно сильное, просто невероятно сильное. Я знаю целых, не то что школьников, а целых классов, которые этим занимаются. Второе движение, так называемый троллинг. Это движение выявляет людей, которых считают кураторами, то есть других школьников, и начинает с ними писать от имени подростка, якобы желающего совершить самоубийство, а потом выставляет эту переписку в открытый доступ и собирает там тысячи репостов и тысячи лайков. Слушай, ну это какая-то прекрасная история, мне кажется, потому что происходит такая саморегуляция, да, пока взрослые гонят вот эту новую волну за волной, да, да, внутри подросткового детского сообщества как-то это регулируется. Да, и мало того, всплеск, медийный всплеск о группах смерти, вот
последний произошел в первую неделю февраля, с 1 по 8 февраля, невероятно, там по 1000 перепубликаций медийных, там Яровая, вообще все. И в этот же момент происходит этот всплеск этого движения антикит и троллинга кураторов. То есть все бросаются, все школьники бросаются спасать других школьников от контроля. Загадочных кураторов. Да, это какая-то прекрасная история. Но тем не менее, в основе вот такого решения должен лежать некий конфликт, наверное, все-таки, да, какая-то важная, ну, когда ребенок начинает думать в эту сторону, что вот действительно каким-то образом заявить о себе именно таким страшным образом. А, наверное, все-таки внутри. И что это? Это, как правило, семья, вот все упрекают родителей, наверное, действительно что-то проглядели. Да? Может быть, не ребенка надо отнимать от интернета и вытаскивать оттуда, а самим родителям думать о том, что вот меньше с гаджетом проводить время, как-то вот пообщаться. Это семья или все-таки это какие-то школьные проблемы? Вот ваш опыт что подсказывает? Вы знаете, ну вообще проблема суицида — это проблема мультидисциплинарная. Факторов может выступать здесь очень много, причем надо все-таки уметь правильно, с холодной головой уметь анализировать ситуацию, понимать, все-таки есть причины, есть какие-то триггерные факторы, это, наверное, надо разводить. Что касается нашей службы, все-таки я представляю здесь психиатрическую службу, и мы в основном сталкиваемся с детьми, но в каких-то уже сложных ситуациях, которые, наверное, переступают уже порог вот этого пограничного состояния. И как раз я не случайно здесь уже упоминал слово депрессия, потому что депрессии подростковые, они становятся некой такой реальностью. В основе их лежит, да, какие-то, может быть, отчасти внешние факторы, которые, может быть, выступают как некие триггеры, как некая подпитка этих состояний. Это действительно могут быть и семейные, и школьные проблемы, но в основе все-таки очень нередко лежат проблемы медицинские. Медицинские это нужно признать. И как раз вот очень много детей именно из этой группы, вот из группы, которая имеет, ну, по сути, уже состояние с серьезными отклонениями психической деятельности, они к нам приходят вот с активным участием в этих интернет-группах. И очень важно то, вот мы тоже анализировали ситуацию, как раз вот очередной всплеск май, у нас кризисный наш центр, куда привели девочку, и, собственно, мама привела с основным вопросом это участие девочки в этой группе, которую она у нее обнаружила. Но при этом мы маме открыли глаза, что на самом деле на те проблемы, которые у девочки уже зрели достаточно серьезно на протяжении 3 лет, что совершенно были четкие, вот очевидные для нас специалистов, я думаю, и для мамы, если бы она проявила некую большую чуткость, ну, проблемы души у девочки, некий надлом, который происходил у нее. И просто группа смерти, она в данном случае, ну, вот подошла как ключ к замку. То есть это, собственно, ну, девочка нашла созвучие своим чувством в том, что она прочитала в этой группе, и она охотно включилась в эту некую игру. Да, ну тут, да, есть такая некая привлекательность компании, тем более компании вот такого свойства, и вот похоже, историю вот как раз нам рассказала Инна Пасечник, она психолог благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Неприятные компании, они всегда готовы несчастных, страдающих, отверженных принимать. И тем самым они являются такими, ну, такими валентными, востребованными у подростков, которым тяжело. И вот эти сообщества, которые дальше могут там вести, например, к самоубийству, они действуют по такому же принципу. Этот мыкающий разум в виде вот этого сообщества рассказывает, как сейчас правильно жить, как лучше выкручиваться из имеющейся ситуации, какие есть возможности выхода из проблем. Ну и дальше, когда уже ребенок, да, подросток прикипает к этому сообществу, когда он уже чувствует безусловную поддержку, когда он чувствует, что здесь с ним заодно, предлагается, ну, вот такая история, такой выход из всех проблем, как суицид. И это предлагается именно, ну, такая как массовая история. То есть он не один такой, а все так сейчас делают. Ну, там есть еще такой кусочек, конечно, на слабо, да, то есть это тот эпизод, что, ну, вот если ты не справишься, ну, все, мы тебя исключаем, ты становишься тоже отверженным, ты никуда не годишься. И вот на этом слабо, собственно, делается последний шаг. Очень часто подростки не верят, что смерть — это, ну, какая-то окончательная история. Ему кажется, вот он сейчас умрет, и после этого, значит, ситуация разрешится, у него все наладится, родители с ним будут после этого нормально общаться и так далее. А то, что, ну, как бы уже после этого начинается какая-то другая история, уже не связанная с этими родителями, да, и что он уйдет просто с этой земли, это как-то вот в голове не укладывается. Проблема с учебами, с экзаменами является ключевой проблемой, где дети ссорятся с родителями. И это, ну, поскольку суицид — это, как правило, последний аргумент, то, как следствие, чаще всего все вспышки всякого безобразия происходят весной. И дети особенно плохо и тяжело себя чувствуют в этот период.
Ну вот действительно, март считается таким месяцем критичным для вот группы риска, потому что подростки не очень в определенном возрасте как бы открыты своим родителям. Даже если родитель что-то заметил и что-то пытается сделать, это может быть не принято. А может быть, в этом случае, Саша, как скажете, вот эта саморегуляция внутри значит, социума, ну, то есть понятно, что хорошо, когда у ребенка счастливая семья, и он себя благополучно чувствует в принципе, да, в общем-то, он устроен комфортно в жизни. Но, может быть, вот эта саморегуляция внутри детского сообщества подросткового, да, которое вот сейчас происходит, вы рассказали в сетях, она как-то сама все исправит? Может быть, не надо взрослым туда влезать, прямо вот так вот и начинать закрывать все, запрещать? Ну, во-первых, да. Во-первых, большая проблема, вот была, прозвучала в сюжете про псковских Бонни Клайда. Что произошло в школе? В школе запретили бы даже упоминать имена. Это является сильнейшим стимулом узнать больше. Запрет взрослых. Чем больше мы говорим про эти группы смерти, тем больше мы говорим, какой ужас, они надо вступать, тем больше как мы провоцируем то, чтобы этим интересовались. Это первое. Второе, конечно, идет саморегуляция внутри самих подростковых групп. Дети сами пытаются бороться с этой опасностью, так как они ее себе представляют. И третье. Я бы, конечно, в этом случае, если возникла такая как бы опасность конкретным школьникам, я бы поговорила про историю о контроле, о том, что с тобой связывается некоторый человек, ну, там, представляется куратором, он будет давать задание, и тебе это хочется, в это пройти интересно. Но надо просто объяснить на пальцах, что на самом деле это история про то, что как бы над тобой таким образом получают контроль. И нужно ли тебе, Вася, или там, тебе, Петя, как бы сделать так, чтобы над тобой кто-то другой человек получил контроль, которого ты не знаешь и который ты не видишь. И тот самый контроль, которого подростки так не любят, да. И против и что, которого как бы, ты, Маша, ты, Петя, бежишь от контроля родителей, запираешься в комнате, но при этом ты играешь в игру, при которой ты предоставляешь другому человеку контроль над своими действиями и мыслями. И хочешь ли ты, Петя или Маша, вот этого ощущения. И вот это вот надо, как бы, мне кажется, эксплицировать, потому что это важно. Потому что когда объясняешь про то, что это игра в получение контроля, многие как бы начинают другими глазами на это смотреть. Да, мне кажется, вот это правильный подход, и, наверное, таким образом можно как-то поговорить с детьми, во всяком случае, с людьми, которым они доверяют. Мы сегодня как раз эту тему до конца еще не рассмотрели. Во второй части программы поговорим подробнее, как запреты, в том числе сексуального свойства, действуют на эти вещи. А взрослые вот поверили в такую сеть, придумали себе страшилку, и, возможно, они подсознательно просто бегут от ответственности. Спасибо. Мы вернемся после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о том, как формируются отношения к смерти у детей и подростков, про особенности возраста и современные обстоятельства. Журналистом, психологом Владимиром Шахиджаняном и начальником отдела «Психологическая помощь» субъектом образования Центра экстренной психологической помощи Государственного психолого-педагогического университета Андреем Каминым. Андрей, ну вот к вам вопрос. Вы, насколько я знаю, первыми заходите в школы, где неблагополучно, да, где такие случаи. Где такие случаи уже произошли. Произошли, либо... да. Вы понимаете, почему они есть что-то общего у этих школ, типологии? Ну, дело не в школах, да, наверное, есть что-то общего у этих детей. И, ну, вот можно говорить, что есть как бы три группы детей. Это дети, про которых упоминали, дети с аффективными расстройствами, дети, у которых депрессии, особенно опасно, когда это первый эпизод депрессии. Вот у детей депрессии не бывает, она появляется, когда они взрослеют. То есть подростки вот часто переживают первый эпизод. У них нет ни там, терминологии для описания того, что я в депрессии. Они называют это ленью, скукой, иными словами. А там человеку реальная помощь нужна, помощь только психолога, уже порой помощь медицинская. Это о чем коллега говорил. Штука номер два. Есть дети определенных личностного склада. Да, это пограничное расстройство личности и, ну, там, другие расстройства личности. Те группы, которые называются сейчас драматическими, демонстративные дети, эгоцентричные или нарциссические. Да. Вот эти дети тоже в группе риска находятся.
Ну вот, и это надо понимать, что это очень специфическая группа детей. Поэтому, когда мне рассказывают, что кого-то запускают в группу, и там с ним ничего не происходит, ну, знаете, это вот как рассуждать. Вот, ну, я выпил уже там 50 грамм алкоголя, но ничего не случилось. Алкоголику их дать, а он остановиться не может, у него контроль дозы утерян. Также, та же самая с этими детьми. Вот для них вот то, что человеку нормальному, тем более взрослому, да, на него никак не действует, для него это разрушительно. Поэтому в России действует закон о защите детей от вредной информации, который предполагает, что суицидогенные материалы должны быть запрещены. А закон принят в 2012 году, когда была первая, еще одна волна суицидов, про которую вы здесь не говорите. А вообще самое первое, ну, вот то, что как бы стало на уровне государства обсуждаться, 2007 год, когда мы действительно были первые в мире. 2007 год — это 2500 случаев. А если вы посмотрите цифру, которую Кузнецов озвучил, потому что нет данных за 16 год, но я знаю, что будет около 1000, да, то есть по там, косвенным признакам можем экстраполировать и говорить, что будет порядка 1000 случаев. На самом деле, наверное, можно говорить и что-то объяснять. Но вот мы спросили Дарья Динки, она доцент Европейского университета Санкт-Петербург, и она изучала смерть в детской литературе в 20 веке, да, как менялось отношение к ней именно в детской литературе. Если мы посмотрим детскую литературу 20 века, особенно второй половины 20 века, даже можно особенно пристально в нее не вглядываться, мы обнаружим следующий довольно любопытный факт. Главные герои произведений детской литературы, что советской, что западной, начинают как-то массово, стремительно, довольно разнообразно и интересно умирать. Тема смерти возникала. То есть достаточно вспомнить сказки Андерсена, где это тоже является одним из составляющих сюжета и важных. Или, например, Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Но там тема смерти не является центральной в том смысле, что авторам и, соответственно, видимо, читателям, детям совершенно понятно, что такое смерть и что, собственно, произойдет с ребенком, когда ребенок умрет. Ну, то есть самая яркая, самая простая, наверное, самая знакомая всем нам модель — это «Девочка со спичками» Андерсена. Ну, или «Мальчик у Христа на елке» Достоевского. То есть понятно, что ребенок умрет и попадет в рай. То есть, в принципе, здесь нет вопроса, что происходит с нами, когда мы умираем. В 20 веке ситуация очень сильно меняется, поскольку ответа на этот вопрос, собственно, нет уже и у взрослой культуры, которая гораздо менее насыщена христианскими мотивами и гораздо меньше заимствует оттуда объяснительных моделей. То с темой смерти начинается такая плотная, подробная и довольно любопытная работа. То есть начинается это все уже в викторианской Англии и в классической литературе викторианской Англии. И начинается все, пожалуй, с Питера Пэна. Одна из фраз которого звучит примерно так: «Смерть — это очень интересное приключение». Но там тема смерти еще замаскирована, завуалирована и прикрыта. Появление темы смерти, безусловно, связано с общим кризисом рубежа веков, ярче всего отразившегося в высказывании Ницше «Бог умер». То есть если Бог умер, то мы ничего не знаем, и в первую очередь мы не знаем, что с нами будет после того, как мы умрем. Поэтому тема смерти приобретает актуальность, собственно, небывалую и во взрослой культуре, в философии, в литературе и так далее. Тут любопытно, что детская литература вынуждена предлагать свои изводы темы смерти, предлагать уже детям самостоятельно, опираясь на самые разные источники, от мифов, сказок, до каких-то религиозных систем, варианты проживания и переживания смерти. И, собственно, детская литература, по крайней мере, в довольно значимой ее части, посвящена ровно тому, чтобы эти модели показать, запустить и продемонстрировать. В моей смерти прошу винить Клаву К. Помните, да. «Бешеный успех»? Да, а с другой стороны, Корней Иванович. Бабушка, бабушка, ты умрешь? Умру. Тебя нет. Закопают? Закопают. Ну, есть. Вот тогда я буду крутить твою машинку. Есть тоже бешено популярная сейчас книга «50 дней до твоего самоубийства». Мне регулярно про нее учителя в школах говорят, вот книжку-то дочитайте, там героиня жива остается в конце книги. Никто не знает, да, потому что слово «самоубийство», оно тут, видимо, настолько пугающее, да, что педагоги не читают, ну, как бы, вот, знают, что есть ужасная книжка, которую читать нельзя. И вы согласитесь, Андрей Александрович, что смерть и суицид – это разные все-таки темы. Это близкие темы, потому что тема смерти, она табуирована в обществе. И да, это приводит к легкости ухода. Да, потому что с детьми про это не говорится. Ну, вот уже сказали все, каких причин. Происходит какая-то такая идентификация половая в том числе. Сексуальность, конечно, имеет значение, Тамара Владимировна. В 12-15 лет бурлит до невозможности. Кружок «Умелые руки» дает пик. Вы понимаете, о чем я говорю.
У девочек меньше этого пика. И мальчики себя стыдятся этого. Они стыдятся, что плохо учатся, что их не любят, что есть прыщи, что мамой конфликт, что учительница глупая, что хочет дурного, она хочет хорошего, как правило, но неумело это делает. В педагогических институтах необходимо преподавать смерть. Необходимо читать книги Ларина. По-моему, Ларин, да? Хронология смерти. У него огромный том, большой учебник. Я мог ошибиться сейчас. Родителям на собраниях не о том, сколько раз он выбежал с урока, а о том, что он может об этом подумать. И это нормально. И надо с ним об этом говорить. И про бабушку, и про дедушку его шушукаются или умирает когда-то, кого-то хоронят. И не стоит ограждать детей от этого. Ну, есть еще такой момент, связанный с действительно с пониманием, может быть, ориентации половой, потому что это все очень активно переживается, а в обществе это, ну, вот задавливается и тоже никаким образом, ну, не дает возможность себя осознать, да, то есть во всяком случае за рубежом считается, что достаточно большое количество суицидов связано именно с этим, ну, да, вы неприятием иных. Вы немножко не договариваете, видимо. Если говорить о гомосексуалах мальчиков, которые впервые ощутили это и боятся этого, или девочек ощутили в себе лесбийский комплекс и боятся этого, то да, среди гомосексуалов суицида больше, если брать 100 тысяч человек, там мы и там. Мы говорим про подростков. Там и здесь. Про... И подростков, и взрослых, но гомосексуалы – это известная группа риска, и профессионалы в этой сфере, ну, вот знают, что да, да, у нас таких детей больше. Причем, как вот сказали, то общественное социальное давление в основном на мальчиков идет, а в отношении суицидентов это и мальчики, и девочки, и там у меня такое субъективное ощущение, что девочек даже больше. Ну, а тем не менее, мы говорим о том, что все-таки какое-то знание о смерти, ну, не книжное, да, то есть раньше люди получали, то есть были большие семьи, в семье кто-то умирал, был некий личный... Раньше ходили на кладбище, а теперь детей не берут на кладбище. Зачем? Некоторое время назад, полтора года, мы как-то обсуждали спектакль по Ульфу Старка «Чудаки-зануды», и ребята там где-то пятый... шестой и, по-моему, девятый класс был, и так зашла речь про то, как умирают, да, как сталкивались они со смертью, потому что в книжке как раз речь идет о дедушке, который умер. Это такой естественный, в принципе, наверное, для любого подростка опыт, когда вот старшее поколение начинает уходить, и как раз вот есть... такой момент, когда стоит задуматься, да, и они очень по-разному все это объясняют, мы можем посмотреть этот кусочек. У меня, к сожалению моему, первая смерть произошла, ну, первые две смерти произошли еще задолго до моего дня рождения. У меня умерли и бабушка, и дедушка по маминой линии. Год назад, ну, да, почти год назад, у меня впервые, я сам встретился лицом к лицу со смертью, у меня умерло одно из моих домашних животных. Конечно, плакал, было тяжело, но справился. И как бы это ни звучало глупо и плохо, мне эта смерть очень сильно помогла, потому что этой весной у меня умер дедушка по папиной линии. Это было очень тяжело, учитывая то, что мы в это время летели еще в другое место. То есть мы ехали в аэропорт, позвонила бабушка и сказала, что дедушка умер. Я не знаю, это, слава богу, было на каникулах, потому что я пропустила школу, я не знаю, сколько времени. Потому что я просто сидел дома, вот я сел на кровать, мы приехали обратно домой. Я смотрел на стену, осмысляя это часа три. Просто сидел на стену, у меня... заболела спина, ноги, руки, все, но я не мог встать, ничего больше сделать. Так что я думаю, если бы я прочитала книжку Старка раньше, чем у меня случилась хотя бы какая-то из этих двух смертей, я бы это принял гораздо легче. Ну, у меня чуть больше года назад умерла бабушка. Это случилось, когда я была на занятиях. Мама уехала на дачу, где жила бабушка. И после занятия ко мне подходит папа и говорит, что все, бабушка умерла, ее больше нет. Это было очень трудно пережить, особенно когда ты приезжаешь в этот дом, где жила бабушка, и там вообще невозможно было находиться. Ты просто рыдаешь и ничего не можешь с собой сделать. Да, но это, в этом смысле подобный текст — это помощь, конечно, мне тоже так кажется.
У меня вот, я была маленькая, когда умерла моя прабабушка. Mm-hmm. Вот я не застала пока еще ни одной смерти ни этих моих бабушек, дедушек, кроме смерти моей прабабушки. И мне, как ребенку, я тогда уже знала, что люди умирают. Я почему-то это принимала, когда я была достаточно маленькая, лет 5. Я это принимала очень легко. Ну, умру и умру, и что, собственно. И все. Какая разница. Но когда умерла моя прабабушка, мне даже тяжело не стало. Я просто понимала, что ее больше не будет. Мне было этого жаль, но я не плакала. Мне было очень странно, что вот моя сестра плачет, мои родители плачут, а я почему-то не плачу. Мне сначала казалось, что я неправильная, а потом мне это казалось совершенно не страшным. Да и даже сейчас не кажется очень страшным. Просто какое-то осознание, что это случится, и все. Оно как будто с самого начала, и когда это случается, тебе уже не так тяжело, когда ты осознал, что это все равно случится. Ну, вот у меня единственная смерть, которую я застала, ну, у меня в 2012 году умер дедушка, соответственно, мне было 12 лет, и я еще тогда сломала ногу в тот же день, и, ну, как-то так получилось, что когда папа мне сказал, что умер прадедушка, то у меня уже просто не было сил как-то осознавать это, и у меня внутри какая-то опустошенность появилась. И я потом несколько... Это было летом, в начале июня. И все лето я как-то, ну, умер прадедушка. А потом я, когда приехала к нему в квартиру в Яхрому, то у меня просто нахлынули какие-то воспоминания, потому что мой прадедушка, он... Ну, мы к нему примерно раз в несколько месяцев приезжали, и он рассказывал о войне, он рассказывал о том, как он жил, о том, когда он был маленьким, каким был его папа. Его папа был беспризорником, и, ну, в детстве, и его было всегда очень интересно слушать и поделиться с ним чем-то, какими-то проблемами своими. И когда его не стало, и я это осознала, то мне было настолько тяжело, что я... очень долго сидела на стуле, на котором сидел прадедушка, и просто думала и вспоминала о нем. Ну вот мне кажется, что такое осознание, осмысление смерти, да, вот реальной смерти, оно, ну вот простите меня, конечно, за выражение, такая прививка от будущих вот каких-то мыслей, связанных с собственными вот, вот неудачами, может быть. Вы говорите об осмыслении, потому что мы-то наблюдаем в школах, что детей вот эти факты потери, они на самом деле часто травмируют. Травмируют почему? Потому что это не обсуждается, не осмысляется. И, ну вот как там есть такая у нас дискуссия среди психологов, полезно ли детям насилие? Полезно, когда он с этим справился, с этой ситуацией, он выстоял там ситуации, вот давление на него там или травли, да, если ребенок выстрел, конечно, это для него опыт закрепляет. Но если его, это было, закончилось для него некой внутренней неудачей, да, это его травмирует и делает вот, там, повторение возможным. Как. Ну, смотрите, они все очень по-разному пережили вот эти вот свои потери. То есть каждый из них это осмысление вот в силу, наверное, своего темперамента, опыта, да, вот прошло. Но это были хорошие дети. Но осмысление. И очень тонкие, что и очень... душевно хорошо настроенные. Для них не стояло вопроса, кому я нужен. А для многих людей стоит этот вопрос. Кому я нужен? Кому? Никому. Поэтому, когда в доме есть собака, опять меньше смертей. Поэтому, когда в доме есть книга, любимая и интересная, и дело, даже свой сайт, опять меньше. Когда есть друг, без которого трудно расстаться, ну, неважно это, 10, 11, 12 лет, 15, а в это время чувство дружбы гораздо сильнее, о чем писал Кон в своей книге, чем в наше время и в наши годы. Кому я нужен? Мир отвратителен. Ну и самое любопытное, наверное, подростку свойственно желать необычного, странного, страшненького. Душу холодит, а нравится. Ну, в «Малыши» говорили, черный человек в черной комнате. Ам! И, как интересно, а? Так и здесь. Знаете, когда меня спрашивают, как отличить профессиональный материал про суицид вот от этой волны истерической, которая у нас идет, я говорю, знаете, посмотрите, если есть вот там источники помощи, то есть, грубо говоря, куда обратиться. И неважно, кого там рекомендуют, родителей, сверстников,
психологов, потому что, ну, я уже сказал, что вот снижение у нас 2007 года произошло, ведь оно произошло потому, что появилась единая линия детского телефона доверия 8800-2122. Есть такой номер, куда дети могут позвонить, и они по теме суицида звонят крайне редко, они звонят по проблемам взаимоотношений с родителем, с противоположным полом, а цифры суицида, мы видим, снизились кратно, в разы. Но очень много, мне кажется, мифов еще существует, разных, связанных вот как раз, и в числе, значит, таких мифов, это то, что дети перестают понимать реальность как реальность, да, хотя, наверное, это свойственно вот в определенном возрасте. Ну, с подростки, диффузная идентичность у них целиком, не только в половой сфере, да, она вот во всех. Да, но винят при этом, как всегда, какие-то сторонние вещи, может быть, просто не знают. А вы сами думали о смерти, когда вы были девочкой, подростком? Да, конечно, ну, да. У вас была неудачная любовь? Ну, я много читала, поэтому... Мимо, да? Вот, ну, у меня, я каким-то образом вот туда уходила. Но я вот хочу сказать, что мы закончу, да, с вашего позволения. Извините, я перерывал. Да. И очень часто говорят, что игры дают вот это ощущение того, ненастоящности того, что происходит, да, приучают к каким-то вещам, не боятся смерти, опасности, рисковать собой. И вот мы спросили как раз у Александра Кузьменко, он главный редактор журнала «Игромания», и как раз, вот, между прочим, бывший руководитель проекта «Игры Мэл», вот о том, как он к этому относится, что там вот действительно заложено в этих играх, действительно ли это так? Насколько я помню, ребенок начинает осознавать вообще смертность, как собственную, так и всего окружающих, и окружающих его как людей, и животных и так далее, где-то, по-моему, в 6 или в 7 лет. Да? И мне кажется, это просто важный вопрос, не упустить этот момент и поговорить с ребенком, что дедушка не на небеса улетел, а действительно его больше нет, он никогда не появится. И собачка тоже не убежала в деревню, а она действительно умерла. И в зависимости от того, как серьезно мы поговорим с ребенком, мне кажется, он и не будет делать каких-то таких ассоциаций. Это видеоигра. Когда там кто-то умирает, это настолько же нереально, как кто-то это делает по телевизору. Вот все. Сказка. Ну, давайте, да, вот если мы так начнем рассуждать там про смерть и прочее, да, запретим за каннибализм половину русских сказок, например, да, жестокое обращение с детьми, про то, как баба-яга пытается этого бедного мальчика зажарить в печке, да, жуть страшная, да, которая к нам с незапамятных времен пришла еще с доцарской Руси, но тем не менее это часть нашего культурного кода, и давайте к этому относиться спокойно. Есть фильмы, которые вы никогда не покажете ребенку, условно говоря, вы не будете показывать творчество режиссера Квентина Тарантино, замечательного, 12-летнему мальчику, да, так же, как вы не дадите 12-летнему мальчику, если вы, конечно, ответственный родитель, играть в игру GTA, потому что она, в общем-то, про бандитов, которые друг друга убивают и достаточно жестоко себя ведут. То есть это просто форма отображения искусства. Не было ни одного исследования, которое бы указывало как-то на негативное влияние игр. Очень много существует всевозможных таких курьезных нападок на видеоигры. То есть, например, помните, после страшнейшего теракта в Норвегии объявили, что господин Брейвик, собственно, главный виновник этого теракта, оказывается, играл в игру World of Warcraft, обучался там, значит, командным действием, а еще играл в игру Counter-Strike, и там, значит, научился автоматом Калашникова пользоваться. Это, естественно, полная ахинея. С тем же успехом можно научиться пользоваться автоматом Калашникова, посмотрев фильм. Тут очень простая позиция. Любой родитель, хочет он этого или нет, обязан знать, во что играет их ребенок. Так же, как он обязан знать, на какие сайты он ходит в интернете и какое кино он смотрит. Это не ограничение свободы ребенка, это просто контроль от каких-то действительно взрослых вещей. Про мифы говорим, да? Да, про мифы. Вот озвучен один из мифов, что якобы не было таких исследований, простите, Альфред Бандура, это человек, который в психологической литературе второй после Фрейда, то есть большинство ссылок, если вы посмотрите, самое большое количество ссылок вот после Фрейда на Альфреда Бандура. Именно Бандура был исследователем, который в 70-е годы прошлого века доказал, что вот эти модели агрессивного поведения служат для детей обучающим фактором. И именно под его влиянием вот появились все эти возрастные рейтинги сначала в западных странах, а сейчас они докатились до нас в связи с пресловутым законом о защите детей от вредной информации. Но в этом законе написано, что сказки туда не попадают никогда, потому что классические традиционные произведения как бы вне этого поля. Никто не собирается запрещать страдания молодого Вертера, хотя мы все знаем понятие эффекта Вертера, что сами рассказы о суициде, если они детальные, героизирующие, идеализирующие и без указания источников помощи, ведут к тому, что вот такая публикация, волна. Да, ведет к волне. А может быть, это не очень правильно, вот здесь запрещать, здесь не запрещать, потому что, ну, во-первых, есть некая все-таки внутренняя агрессия, какие-то ощущения, да, которые раньше выходили, естественно, путем, вот как мы говорили, там, прыгая на тарзанке и еще что-то, да, физически. Никаких инициаций сейчас нет, да, никакого вот для подростков никаких вещей, которые... Почему классические произведения не попадают? Потому что предлагается, что взрослые с ними знакомы, и они могут, уже это пережили, и могут ребенку как-то объяснить.
не читают наши взрослые, да, не знакомы они, в том числе с классикой. Для этого есть специальные люди, нет, там, к тому, психологи, психотерапевты. Может быть, да. Хотя вот это в агрессивное интернет-пространство, и там, выпуская эту самую агрессию или пробуя ее, так разряжается, вот, я не знаю, понимаете, вот это про разрядку довольно известный. Да, часть людей при просмотре агрессивных фильмов испытывает катарсис. Те люди, которые как ролевые модели это используют, этот Бандура уже исследовал, никакого катарсиса, к сожалению, не испытывают. Поэтому, ну вот, это мы как с точки зрения взрослых пытаемся смотреть, а вот с ребенком по-другому происходит. Да? Поэтому, да, у детей есть инициации, поверьте, вот это. Большинство этого аутодеструктивного поведения, да, там, потому что всякие саморазрушительные штуки, которые они используют, которые я не буду рекламировать, но они, это форма такая инициации, что вот я вот взрослый, я тем самым могу показать, что я взрослый. Очень хорошо бы, чтобы вот придумать для них инициации, которые, ну, не такой разрушительный характер бы имели. Владимир Владимирович, были в советское время, вас спрошу, какие-то вещи, которые можно было бы вот отнести к такой форме инициации, которая вот раскладывала бы человеку молодому вот там смысл жизни, какие-то вещи удавало проходить? Это 12 или 20? Нет, ну мы говорим о подростках, сейчас скажу, что 12, как первое, вам кажется. То, что мы смотрели и слушали Александра. Родители, будьте в курсе, в какие игры играют дети. Это прекрасное, благое пожелание, но не более. Родители, считайте, смотрите, ищите, но знайте, в третьем классе ваши дети смотрят порнографию. В третьем классе они видят, как безобразен мир, включая секс, взаимоотношения полов, потому что они отвратительны в той дурной порнографии, которую дети находят в интернете. Я не против порнографии, кстати говоря, а даже за, она помогает часто. Но в той, которую смотрят дети, только вред и жуткий вред. Ну да, для них это обманка такая. Обманка, развращение, и мир отвратителен. Вообще, если взять целый ряд средств массовой информации, мир отвратителен. Все воруют, все грешат, все убивают, все уходят от наказания, все дают взятки. Родители говорят одно, а на деле другое. В школе требуют вроде бы одно, а на деле другое. Но как в этой жизни действовать? Да еще девочка. Когда я взял ее и сказал, уйди, твоя потная рука мне противна. А он нервничает, она у него потная изначально, потому что у него такой обмен веществ. Он не знает, куда идти, чем заниматься. Что было в советском времени? Замечательно, мы об этом говорили с Ольгой Юрьевной Васильевой, новым министром образования. Огромное количество кружков. Я мечтаю сыграть Ромео. Я мечтаю сыграть Джульетту. У меня прекрасный коллектив. Дома пионеров, Дворца пионеров, в бесплатной школе, Дома культуры. Я играю в шахматы бесплатно. Я учусь танцевать. Мне нравятся пилотируемые корабли. Ну и так далее, и так далее. Это было, это исчезло. А когда ты знаешь, что ты должен победить на соревновании, мысль о том, чтобы сейчас прыгнуть с 8 этажа, с 10-го, 12-го, красиво и в интернете об этом рассказать, в это ты не веришь, что ты стукнешься и уйдешь. Она уходит, потому что у тебя занято другим. Мой кораблик проплывет, мой планер сможет взмыть в небо, моя роль вызовет, моя новая песня, моя гитара. Вы знаете, что дети, которые кончали музыкальную школу, практически не было попыток суицида. Ведь интересные данные. Ну, это можно как-то объяснить, но с другой стороны, вы же сами вспомнили фильм «Вам и не снилось». Это да. Фильм из тех времен тоже, в общем, замечательный вполне, фильм, да, он фильм прекрасный для того, чтобы люди об этом задумались и поняли, как любить, зачем любить, почему любить и как ценить. Это хрупкая цена жизни, кстати, о птичках. Да? То есть да. Это вот, нельзя сказать, что в советское время об этом не говорилось. Да? У меня такое странное ощущение, что в советских школах и про секс больше говорилось, потому что там сейчас мелькает фраза, что там секса не было. Увы, ну вот как-то это было обсуждаемой стороной жизни при этом. Да. Ну вот смотрите, это странная вещь, но мне кажется очень показательно, что как раз и секс, и смерть, они находятся вне поля обсуждения как раз с подростками. Ну что ж, мы сегодня говорили о том, как формируется отношение к смерти у детей и подростков, про особенности возраста, современные обстоятельства. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова. We'll be right back.